Заместитель премьер-министра Бердыбек Сапарбаев встретился с жителями сел Суртубе, Масанчи, Ауакате и Каракемер Курдайского района. Были на встрече вице-спикер Сената парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансей Тюмебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие. На встрече с сельчанами члены правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причиненного ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия и принятия мер по недопущению подобных конфликтов в будущем. Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.